Продолжаем серию видео простых аранжировок на известные композиции. И сегодня вашему вниманию предлагаю песню Майкла Джексона «You are not alone». Так, начинаем с открытой струны, с третьей, нота соль. Затем идет первая струна, открытая ми. Затем зажимаем вторую струну на третьем ладу. И переходим на первый лад, затем открытая вторая струна, и снова зажимаем ее на первом ладу. Далее идет у нас бас, пятая струна на третьем ладу, это нота до. И подряд четвертая струна на втором ладу, нота ми. И открытая третья струна. Затем мы еще раз играем четвертую струну и третью. Это заполнение идет. Подобное заполнение будет у нас на протяжении всей песни встречаться, поэтому желательно играть ее в правой руке теми пальцами, которыми это делаю я. То есть мы сыграли до этого вторую струну безымянным пальцем, пятую струну играем большим пальцем, четвертую указательным, третью средним, и снова повторяется указательный и средний. Ритмически должно это выглядеть так, да? Сначала повторяю. Дальше играем первую открытую струну вместе с басом на пятой струне. На третьем ладу его не отпускаем с предыдущего такта. Играем вместе. Затем мизинец подставляем на вторую струну, третий лад. Затем вторая струна, первый лад. Затем бас меняется на втором ладу, на пятой струне играем ноту си. Далее играем вторую струну открытую. И снова ставим указательный палец на первый лад. Дальше идет бас, пятая открытая струна. И сразу зажимаем четвертую на втором ладу и третью струну на втором ладу. И также правой рукой играем, как до этого. То есть большой палец, указательный, средний. И повторяем указательный, средний. Дальше играем вместе открытую, пятую и первую струну. Средний палец не убираем, держим его, потому что сейчас мы сыграем эту ноту. Итак, пятая открытая и первая открытая. Затем два раза повторяем первую открытую. Теперь играем четвертую струну, она у нас зажата на втором ладу. Затем вторую струну снова играем на первом ладу, нота до. Дальше указательный палец, который зажимает у нас вторую струну, нужно опустить на первую струну. То есть, чтобы не переставлять вот таким вот образом, да, мы зажимаем вот так раз, и две струны зажались. Сейчас нам пригодится снова вторая струна, поэтому мы держим обе струны указательным пальцем. Играем последняя нота в такте, это нота фа, первый лад, первая струна. И держим, не отпускаем. Добавляем средний палец на вторую струну. Вторая у нас тоже зажата указательным пальцем. И играем правой рукой бас, четвертая струна. Второй лад, третья струна. Вторая струна. И снова третья, вторая струна. Дальше открытые. Можно теперь все отпустить. Играем открытые. Четвертую и первую струну. Затем первую струну повторяем два раза. На четвертой струне зажимаем третий лад. И зажимаем первую струну на первом ладу. Затем ставим мизинец на вторую струну, третий лад. Ставим сразу второй палец на шестую струну, на третий лад. И безымянный, то есть палец, ставим на
четвертую струну, на третий лад тоже. То есть на третьем ладу мы зажали вторую, шестую и четвертую струну. Играем, еще раз повторяя последнюю ноту предыдущего такта. Вот мы сыграли ре на третьем ладу, играем шестую струну большим пальцем, играем четвертую указательным, третья открытая, и снова повторяем четвертую, третью. Дальше идет у нас повторение, в принципе, как сначала, но уже с басом. Держим бас на третьем ладу на шестой струне, играем его с первой струной. Также не отпускали мы мизинец, сейчас он нам пригодится. Безымянный можно отпустить. То есть играем шестую на третьем ладу и первую открытую. Дальше мизинец у нас зажат. Дальше указательным зажимаем вторую струну на первом ладу. Все отпускаем, играем открытую четвертую. Играем вторую открытую и обратно ставим на первый лад указательный. Снова играем заполнение, пятая струна, как у нас было уже, пятая на третьем ладу, четвертая на втором. Дальше играем вместе, пятая с первой, то же самое было уже такой момент. Вторая струна, третий лад. Вторая струна, первый лад. И меняется бас. Пятая струна, второй лад. Затем здесь чуть-чуть у нас меняется мелодия. Играем вторую струну на третьем ладу. И снова вторую струну на первом ладу. Дальше играем открытую пятую. Тоже было такое. Четвертую струну на втором ладу и третью струну на втором ладу. Снова их повторяем. Дальше открытые пятая и первая. Четвертую держим. Снова повторяем два раза первую. Четвертая она зажата. И указательным пальцем зажимаем вторую струну на первом ладу. И снова его кладем на первую струну. Держим одним пальцем две струны, играем дальше открытую четвертую струну на втором ладу, третью струну, вторая зажата, снова повторяем третью, первую и отпускаем, играем открытые играем открытые первую и четвертую, снова повторяем первую два раза, четвертую, третий лад. Указательным первая струна, первый лад, и мизинцем вторая струна, третий лад, и подставляем на третий лад на шестую, на четвертую, как было уже, играем третью открытую, четвертая, третья. Это у нас был куплет, назовем его так. Еще раз повторю все сначала в медленном темпе. Внимательно следите за ритмикой. Дальше идет припев. Начинается он с этого же аккорда. Не отпускаем, на котором мы закончили. Снова играем шестую, четвертую, третью. И пошла мелодия. Открытая первая струна. Первая струна, первый лад. И затем зажимаем первую струну на третьем ладу. И в басу у нас пятая струна на втором ладу нота си. Играем их вместе.
повторяем еще два раза первую струну, затем этот же бас, затем еще два раза первую струну на этой же ноте. Теперь меняется бас на один лад, сдвигается на первом ладу си бемоль теперь. Затем на первом ладу зажимаем первую струну, снова ее повторяем, повторяем бас тот же самый, затем открытая первая струна, затем зажимаем первую струну на первом ладу и играем ее с басом ля, пятая открытая струна. Теперь первая открытая, вторая первый лад, четвертая струна третий лад, бас, и на втором ладу третья струна. Держим эти ноты, сейчас они нам пригодятся. Ну, указательные можно отпустить. Играем пятую открытую большим пальцем, указательным четвертая у нас зажата на третьем ладу, третью играем на втором ладу и снова повторяем четвертую, третью. Отпускаем, зажимаем первый лад, первую струну играем вместе с открытой четвертой, затем два раза открытая первая, затем четвертая на третьем ладу, мизинец повторяем, подставляем на третий лад, на вторую струну, вторая струна первый лад, открытая четвертая, затем открытая вторая, снова первый лад, вторая струна, четвертая на третьем ладу, первая открытая, и мизинец ставим на третий лад, на вторую струну, и подставляем уже знакомый нам аккорд, да, соль ставим на третий лад, четвертую играем на третьем ладу, третья открытая, и снова четвертая, третья. То есть это был припев. Повторим его еще раз в медленном темпе. Идет снова куплет. Повторяется практически без изменений. То есть остаемся на этом же аккорде. Играем первую открытую струну и шестую в басу. Мизинец на третьем ладу. Первый лад, вторая струна. Бас, четвертая открытая. Вторая открытая. Снова первый лад. Заполняем. Как было. Снова открытая первая с басом, с пятой струной зажата у нас. Мизинец на третий лад. Первый лад, вторая вся струна. Бас меняется, второй лад, пятая струна. Открытая вторая, первый лад, пятая открытая. На втором ладу четвертая, третья. Снова повторяем четвертая, третья. Открытые пятая и первая. Повторяем первую. Четвертая у нас уже зажата. Первый лад, вторая струна. Кладем палец на первую. Играем четвертую открытую. Третью на втором ладу. Вторая зажата. Повторяем третья, вторая. И открытые первая и четвертая. Первая струна два раза. Четвертая, третий лад, первый лад, первая струна, третий лад, вторая струна. И снова подставляем на третий лад, на шестую, на четвертую, третья открытая, четвертая, третья. И еще раз повторяется эта часть без изменений. И
окончание начинается также, оно первая, шестая нота в третьем ладу, на третьем ладу вторая, вторая, первый лад, четвертая открытая, вторая открытая, первый лад, и заполнение. Пятая струна, третий лад, четвертая струна, второй лад, третья открытая на этом аккорде. Вторая струна, возвращаемся на третью, четвертую. И вот этот аккорд, который мы держали, играем вместе все. Хочу обратить ваше внимание на то, что здесь нужно максимально все сыграть слитно, то есть додерживать каждую ноту, каждый бас, не отпускать раньше времени и не заглушать пальцами правой руки, особенно мелодию. Надеюсь, данный урок был для вас полезен и интересен. Занимайтесь, играйте. Всем пока, до новых встреч!